Странное дело. Я никогда не хотел особенно ехать в Скандинавию. Мне казалось, что это, наверное, дико скучное. Очень, конечно, благополучное, но вот скучное, одинаковое, одной краской мазанное часть Европы. И вы знаете, внезапно для себя, вдруг, в один прекрасный день, мне захотелось. Мне захотелось, потому что я почувствовал в этом какой-то даже вызов. Ну вот, все время говорят, вот как у них все здорово, как они живут, как все исключительно. И мне захотелось поехать и вместе с вами убедиться в том, что это так или не так. И вообще посмотреть, кто они такие, вот эти скандинавы. Ну, я своим друзьям рассказывал о том, что вот я собираюсь этим заниматься. И один из них мне сказал, знаешь, Володя, я большой поклонник Скандинавии. Они совсем не одинаковые. А вот то, что у них одинаково, это то, что мы бы все хотели, чтобы у нас тоже было одинаково. Это то самое одинаково, вот, которое на самом деле вызывает зависть. Но тут мне стало совсем интересно, что это такое за одинаковое? Вот что? Я знал, что все они платят жутко высокие налоги, что датский, шведский и норвежский языки похожи, что у них какой-то скандинавский вариант социализма, и что они вообще похожи друг на друга не только физически, блондины с голубыми глазами, но поведением, одеждой, системой взглядов. И вот это должно было вызвать у меня зависть, даже смешно. Кажется, древние греки говорили, что мир стоит на трех китах. Это заблуждение. А вот то, что Норвегия стояла и стоит на треске, это факт. Точнее сказать, на рыбе. Но среди этих рыб рыба номер один – ее величество треска. А центром ее ловли были и остаются Лофотенские острова. Сюда веками ежегодно приплывает на нерест треска. И способ ее ловли за столетия мало чем изменился. Отправляемся. Хорошо. Надеюсь, за большой рыбой. Да, надеюсь. Здесь вокруг полно мест, где я рыбачу. Вначале вся рыба идет из Баренцева моря. Рыба идет отсюда, вдоль этого места и вокруг, туда. В этом районе сезон рыбной ловли открывается в середине января. Вот здесь рыба огибает мыс и заходит внутрь бухты. Но это не раньше, примерно 1 марта. Так что сезон трески окончен. Уже окончен. Последнюю рыбу я выловил примерно неделю назад. Да, тогда я закрыл свою квоту на рыбалку. 29 тысяч килограммов. В год? Да, если захочу увеличить квоту на этот катер, мне придется заплатить 2,5 миллиона крон, чтобы вылавливать 59 тысяч килограммов. Это дорого. Раз речь зашла о деньгах, самое время сказать, что и шведы, и датчане всегда смотрели на норвежцев, как на бедняков. Ну, что у них есть, кроме трески? И вдруг, в один прекрасный для Норвегии день у ее берегов нашли нефть. Да не просто нефть, а совершенно умопомрачительное количество нефти. И из нищенки Норвегия в одночасье превратилась в богачку. Стала самой богатой страной в Скандинавии. Да что там в Скандинавии? Самой богатой страной в мире, если считать по доходам на душу населения. Здорово? Здорово, конечно. Но вот вопрос. Как это повлияло на этих самых бедных норвежцев, на их менталитет? Берген – древний город вообще. Его первое упоминание относится к XII веку. Ну, то, что здесь мы видим, это, конечно, возникло значительно позже. Он был деревянным, этот город, как и все древние города. Ну, были пожары, тут все сгорело. И вот эти вот дома, которые мы видим слева от меня, они были построены в 1702 году. Эта часть называется брюгге. Это вот, ну, на норвежском языке означает просто набережная. И вот здесь жили купцы. Сначала норвежские,
А потом приехали мощные немецкие купцы Ганзейского союза и, в общем, выселили их и сами сюда въехали. И здесь они занимались своей торговлей, в основном именно рыбой. И не просто рыбой, а треской, которая является, ну, я не знаю, основой, спиной, сердцем этой страны и, конечно, этого города. Это, как мы это называем, терфиск. Да, это символ самого важного товара Бергена. Терфиск сушеной трески. Эту рыбу вылавливают на севере Норвегии, сушат на севере Норвегии, затем на кораблях доставляют в Берген, где ее какое-то время хранят, а затем отправляют дальше на продажу в Европу. Когда ее высушивают в Северной Норвегии, ее вес составляет 20% от начального, так как вся жидкость испаряется. Это такой способ консервации. В таком виде рыба может храниться до 10 лет. Этот метод консервации изобрели в Средневековье. Сейчас я покажу вам, как это происходит. Начинаем с того, что перекладываем рыбу из лодки. Затем разрезаем ее. Голова идет сюда, сюда маленькие кости, голову кладем в лед. Извлекаем язык. Печень и икру извлекаем из живота, кладем в эти две бочки. Выпотрошив внутренности, кладем тушку сюда. Затем головы. Протыкаем иглой. И получается вот что. Теперь нам нужны две рыбины примерно одной длины и веса. Связываем их веревкой вот здесь, и все, рыбу можно вешать сушиться. Мы оставляем ее сохнуть на воздухе на 3-3,5 месяца. У нас в Норвегии 25 разных сортов рыбы. 25? Одной только трески, 19 сортов. Смотрите, как это делается. Вот мелкая рыба. Это один сорт. Это крупная рыба, высокосортная. А вот это плохо влияет на качество. Итальянцы не купят рыбу с таким пятном. С этим пятнышком? Да. Им нужна хорошая рыба, не такая. Эту можно отправить в Нигерию. Там купят все. Она твердая, как камень. Поэтому вы кладете ее под пресс, чтобы спрессовать вот так и вот так. А там за вашей спиной вы можете видеть уже готовый продукт. А еще у нас здесь мешок. Ага. Нам нужно указать, что здесь внутри, сколько килограммов, сорт, кому предназначено, кто отправил. Вся информация будет написана на этом мешке. Затем мы берем иголку и... Вы зашиваете его? Да. Вы делаете это вручную? И все это мы делаем вручную. Ровно так, как 100, 200, 500 лет назад. Перед приготовлением треску вымачивают, из-за чего она увеличивается в размерах. Но затем ее можно готовить как обычную рыбу. Ее поставляли в Европу, где регулярно соблюдали пост. Когда постились по пятницам и в течение шестинедельного поста, люди не ели мясо, но ели рыбу. Поэтому норвежская рыба в Европе очень пригодилась. Так что транзитное хранение рыбы стало важным источником дохода Бергена. Но ведь и сейчас это важный источник дохода. Нет, уже нет? Не такой важный. У нас появилось два дополнительных источника дохода. Это электроэнергия и нефть. Эти два обстоятельства повлияли на снижение значимости рыбы в местной экономике. Первые признаки нефти, следы углеводородов, найденные в 1967-м, оказались недостаточными, но мы продолжали бурить.
Пару лет все выглядело довольно пессимистично, но потом в 69-м... Бинго! Рождественский подарок. Да-да. Прямо перед Рождеством 69-го года было открыто месторождение Экофиск. Экофиск – очень большое месторождение даже по международным стандартам. Это был прорыв. Вот здесь я вижу рыбу. Ого, там очень много рыбы. Нужно сдать чуть назад. Надеюсь, мы дрейфуем в ее сторону. Можем уже попробовать половить. Вы забрасываете сеть в море? Нет, займемся традиционной рыбалкой. А, рыбалка в лучших традициях. Да-да, чтобы ловить рыбу сетью, мне следовало бы расставить сети еще вчера. А я где-то читал, что рыбаки очень суеверны. У них куча примет о том, чего не нужно делать и говорить. Да, некоторые рыбаки суеверны, я нет. У них есть много разных примет. Например, нельзя класть хлеб на ладонь и многое другое. Ну, вроде бы нельзя рыбачить по пятницам. Кто хоть немного знаком с флотскими традициями, знает, примет здесь с самых древних времен и до сегодняшнего дня остается множество. Ну, например, свистеть на корабле нельзя. Прикуривать втроем от одной спички означает смерть одного из прикуривающих. Ну и так далее. Но удивительно вот что. Многие эти приметы и суеверия преспокойно перекочевали с кораблей на нефтяные платформы. Хотя, если подумать, удивительного тут ничего нет. Первые суда-бурильщики были созданы на базе китобойных кораблей. Мы называем это сменой ролей. Мы идем от рыболовства, викинги, полярные экспедиции и входим в эру нефти. И начинается она с интересной смены ролей, потому что вот этот корабль был раньше китобойным, а потом был перестроен и стал кораблем-бурильщиком. Ах, вот как. Это один и тот же корабль. До 66-го это было китобойное судно, а 67-го он начал использоваться для бурения. Петрояр Парк – нефтедобывающее судно. Оно прибыло в Савангер для модернизации. По нынешним меркам это судно считается малюткой. Для меня эта малютка произвела ошеломляющее впечатление своими гигантскими размерами. Тут можно на велосипеде кататься. О, да. Мы так и делаем. Или на мотоцикле. Да, и на мотоциклах без проблем. Объясните мне в общих словах, как это работает, а? Итак, вы выходите в море, идете к месторождению. Судно приходит на шельф, располагается над нефтяным резервуаром. Так. Мы крепим его на якоря и оставляем на 18 лет. 18 лет? Да, 18. Судно стоит на шельфе 18 лет. На одном месте. Затем мы бурим скважину. Так. Как только бурильщики достигают резервуара, можно приступать к выкачиванию. Жидкость поднимается вверх по скважине в морском дне, а оттуда на борт судна. И затем приплывает нефтеналивная баржа. Да, мы подаем разгрузочный шланг, соединяем все вместе и начинаем перекачивать. А вот тут интересный экспонат, если посмотрите вверх. Это довольно смешная штука. Как вы переберетесь с судна на платформу? Это очень опасно, ведь вы не можете пришвартоваться к платформе. Там же волны огромные. И поэтому используется кран. На палубу корабля опускали корзину. Люди клали внутрь нее свой багаж, забирались туда сами и держались за сеть, пока кран поднимал их на платформу. Теперь, конечно, так не делают. Давайте попробуем поймать что-нибудь. Надеюсь, получится. Хорошо, только я понятия не имею, как это делать. Покажите мне, а? Значит так, спускаем блесну на дно. Глубина здесь 40 метров. 40? 40 метров. Окей. У меня есть эхолот. Как только он достигнет дна, будет сигнал. Делайте вот так. Я тоже попробую. Да? Да, проверим, кто удачливее. Ну давай, ловись рыбку. Опа. Надеюсь поймать для нас большую рыбу. Хотя бы килограммов на 10. Они могут достигать 40 килограммов. Неужели? Бывают и крупнее.
в Ольвере есть газета. И там у них в этой газете есть традиция. Если прислать им фотографию с рыбой и указать ее вес, то за каждый килограмм полагается кофе. В прошлом году был рекорд. 500 рыбин, каждая весила больше 30 кило. По-моему, самая большая рыба весила 45 или 46 килограммов. Так, так, рыба. Ой, я что-то поймал. Может, рыба большая? А поймал я, поймал. Подождите, может, вы дно зацепили? Точно, это дно. Вот черт, а. Это, кстати, самая огромная конструкция из всех, какие когда-либо были изготовлены на земном шаре и после изготовления перемещены на свое место. Ее переместили? Да, ее переместили. Сама бетонная конструкция была изготовлена тут, недалеко, в одном из фьордов. Ее цементировали слой за слоем до нужных размеров. А затем сверху была установлена платформа. И уже потом в таком виде ее буксировали в море. Невероятно. И это самый большой объект на планете Земля, когда-либо созданный человеком, который перемещали с места на место. Глубина моря тут 300 метров, как видите. Это расстояние от морского дна до платформы. А общая высота платформы от дна до факельной установки 472 метра. Так что это, знаете, крупномасштабная инженерная работа. А это водолазный колокол. Для некоторых подводных технических операций необходимо погружение водолаза. Можете себе представить, как вы проводите время внутри, ждете момента, чтобы выйти. Господи. Приходится сначала жить в компрессионной камере. Нужно компрессироваться, как мы говорим, несколько дней, чтобы привыкнуть к давлению в камере на борту корабля. После этого вы входите в колокол, спускаетесь на глубину 100 метров и выходите в море. И давление соответствует тому, к чему вы уже адаптировались, так что вы можете проработать 7-8 часов. После чего вы входите обратно в колокол и спите в компрессионной камере. Работаете 2 недели. Перед подъемом нужно будет подождать неделю. Это тяжелая работа, потому что нужна... Постепенная декомпрессия, да? Именно. Очень трудная. Трудная работа. По этому поводу в Норвегии даже был спор, потому что многие водолазы заболевали от такого напряжения. Еще бы. И были несчастные случаи. Да, были несчастные случаи. Так что это, знаете ли, один из наиболее тяжелых аспектов этой отрасли. Да, тяжелейший. В общем, скажу вам так. Работа нефтяника не для меня. Не манит она меня. То ли дело ловить рыбу. У меня клюет. Поймали кого-то? Да. Отлично. Да, это большая треска. Вот и первое. Теперь вам надо поймать. Да, я знаю. Но пока что-то не ловится. Знаете, что говорят рыбаки в Норвегии? Нет. Чтобы повезло с уловом, нужно, чтобы накануне ночью вам повезло с женщиной. Если я еще одну сейчас поймаю, моя жена не должна узнать об этом, потому что она в отъезде. Я не должен ей говорить. Нет, нет, не говорите ей. Летом, где-то в конце июня, а иногда еще и в августе, прибывало более 100 рыболовецких судов с уже высушенной треской с севера. Это огромное количество рыбы выгружали на причал, затем развозили, складировали здесь, в этих домах, и осенью-зимой занимались ее сортировкой. Здесь же жили торговцы. В каждом из этих домиков был обязательно один главный торговец. А у него были 1-2 заместителя, а также 8-10 человек в обучении.
Это он тут сидел, работал. Это контора. Здесь велись учет и запись рыбы. Спальня вот здесь. Здесь спали ученики и подмастерья. А кровать вот здесь, в шкафу. Как в шкафу? Люди спали в шкафах? Их можно было закрыть и вставить туда палку, и никуда не выйдешь. А почему они вот не спали, как нормальные люди, на открытых кроватях? Было запрещено пользоваться закрытым и открытым огнем, потому что дома деревянные, очень сухие, было холодно. Ну, а здесь уже такое, я бы сказал, роскошное несколько. Это самая богатая комната. Главная контора вот этого купца, который вел здесь бизнес. За этим стеклом сидел человек, который вел учет товаров. Поэтому он отделен от другой комнаты такими решетками и стеклом, чтобы нельзя было посмотреть и увидеть, сколько он там записал товара. Отсюда также вела и потайная лестница. Крутая. Он мог закрыть этот кабинет и сказать, что меня не беспокоить, я работаю, а сам по этой крутой лестнице мог подняться сюда и во время рабочего дня... Поспать женщины. Да, точно. Жили они в целибате, это обет безбрачия. Чтобы заниматься бизнесом, нельзя быть обремененным семьей. Забота о семье, забота о женщине, все это отвлекает. Женщины болтливы и могли раскрыть секреты купцов, а у них было множество секретов. Ганзейских купцов давно нет, но есть их потомки, и аппетиты у них такие же, а то и больше. Итак, мы знаем, что в 1969 году начался бум, и к вам пришло множество иностранных компаний, но... Да, все крупнейшие были здесь. Но в 72 году правительство решило: довольно. Хватит с нас этих иностранцев, и вы создали Statoil. Вообще-то это не означало «хватит с нас этих иностранцев», потому что мы зависели от них с самого начала. Вот именно. Так. Но просто мы решили создать собственную модель, чтобы органично вписать нефтяную отрасль в социал-демократическую Норвегию. Мы хотели полностью контролировать этот процесс, и поэтому была основана государственная нефтедобывающая компания. Вместе с государственным нефтяным директоратом, фондом, это правительственное агентство, регулирующее ресурсы. Мы это называем норвежской моделью. Это была потрясающая идея. Я просто восхищаюсь политиками. Тогда множество делегаций приехало в Норвегию из разных стран, в том числе из России, чтобы изучить эту модель, посмотреть, как она работает и как они сами могут ее применить. Мне самому выпало счастье работать на эту компанию. Поразительно, как она достигла такого высокого уровня. Сейчас она пятая или шестая в мире. Причем начиналась она со штатов 5 человек в 1971-м. Потрясающая история. И это действительно изменило страну. Мы наблюдаем перемены в инфраструктуре, в благосостоянии и в развитии нашей страны. Берген, Берген, какой ж замечательный город. Даже хочется как-то стихи сочинять по ее поводу. Например, Берген, Берген, городок славный, это точно. Берген, Берген, полюбить, полюбить заочно. А я вот полюбил не заочно. В нем, я бы даже сказал, какая-то нежность. Хотя надо сказать, что для норвежцев слово не очень подходящее. Они довольно все-таки суровые люди. И, конечно, это понятно, потому что и климат суровый, жизнь суровая, долго была. И вот, тем не менее, вот этот город, в нем есть какая-то нежность, какая-то, ну что ли, какая-то поэзия. И, конечно, поражает, как в этом городе сумели сохранить старину, как ухаживают за старыми домами, как их содержат, как их перенесли. Целиком целые дома перенесли, чтобы создать нечто вроде музея, и чтобы люди туда могли приходить и
видеть, каким он был когда-то. Мы видим здесь жилые дома, мастерские, магазины. То есть то, как жили в Бергене 200 лет тому назад. Так, а это что? Да, здесь обратите внимание прежде всего на крендель сверху. Он указывает на пекарню. Сама пекарня расположена с обратной стороны. А с фасада мы видим хлебную лавку и жилые комнаты семьи пекаря. А вот это зеркало, в котором прекрасная дама, хозяйка этого заведения, могла видеть, находясь внутри дома, кто спускается и кто поднимается по улице, и нет ли среди них покупателей. А вон там любил сидеть Эдвард Грик летом 1873 и 1874 года. Тогда он жил в Осло и арендовал эту беседку в качестве летнего домика. Там, наверху, он сочинил в том числе музыку к пьесе «Пер Гюнт» в пещере горного короля. Да, эту музыку сочинили здесь. Сильно ли изменился характер норвежцев со времен Грика? Ведь он написал музыку к пьесе Ибсена, а в его произведениях, знаете, люди очень и очень замкнутые. Так действительно ли изменился их характер? Среднестатистический норвежец сегодня более открыт миру. А между тем, жители Бергена всегда были такими. Если вы хорошенько поскребете бергенца, то за внешним слоем вы обнаружите либо иностранца, либо стриля. Стрилями называли бедных рыбаков и крестьян, живших вокруг Бергена. Стрили и бергенцы всегда зависели друг от друга. Стрили привозили свои товары и продавали их бергенцам. Бергенцам нужны были сельскохозяйственные продукты стрилей. Но мы не зависели от остальной Норвегии. И если бергенцы хотели одеться понаряднее, то свои рубашки они посылали в прачечные Лондона, потому что там умели лучше, чем где-либо, отпарить и накрахмалить воротнички. Вот видите, сзади меня два дома. Один темно-красный, другой белый. Так вот, я недавно узнал, что вот этот темно-красный цвет, это такой исторический, характерный, и это была дешевая краска. Она делалась на масле, которое получали из рыбы. И туда добавляли некоторый порошок металлический, и люди относительно бедные или просто бедные так красили свои дома. А вот люди побогаче, они красили свои дома вот в белый цвет. Вот это дом богатого человека, а это дом человека не очень богатого. Так что, когда приедете в Берген, можете выбрать красный дом. О вас плохо никто не подумает.
А как вы думаете, как нефтяной бизнес изменил норвежцев? Я думаю, это моя личная точка зрения. Заметно, что богатство изменило менталитет. У норвежцев появились возможности для развития. Нам больше не нужно бороться за кусок хлеба. Мы можем позволить себе то, что наши родители не могли себе позволить. Я могу позволить себе хорошую машину, хороший дом, путешествовать по всему миру. Все это благодаря субсидиям. Мы вкладываем большие деньги, заработанные на нефти, в сельское хозяйство. Упрощаем жизнь в отдаленных уголках страны. Вкладываем деньги в дорогие тоннели. Строим мосты, чтобы людям было проще заниматься малым бизнесом в регионах. Чтобы у людей не было необходимости переезжать в большие города в поисках работы. Теперь мы можем позволить себе определенные блага, которыми не могут похвастаться другие страны. После рождения ребенка у нас есть отпуск по отцовству. Для обоих, для матери и отца. Пополам в первый год. И в течение первого года он полностью оплачиваемый. Или можно на два года с 80% от зарплаты. Так что у нас хорошее социально направленное государство. Тут вам и национальная система здравоохранения, которая заботится о вас, если вы заболеете. Высшее образование бесплатно, потому что всеми природными ресурсами владеет сообщество, государство, народ. И это хорошо функционирующая современная демократия, и она занимается нашим обеспечением. Нефтяной бизнес сейчас с помощью налогообложения выделяет средства для обеспечения общества, отдавая 70% от дохода государству. 70%? Государству. Они платят 70%? Те, кто больше всего получает, кто занимается шельфовой добычей, а те, кто добывает нефть на суше, платят только 38% налога. Но вы имеете в виду не подоходный налог для граждан? Налог на прибыль компаний. А вы сами какой налог платите? Я плачу 42%. Довольно много. Очень много. Я бы и больше платил. Система так устроена, что чем больше я плачу налог, тем выше мой доход. Вы правда стали бы платить больше? Конечно. Я плачу 42%. Если налог будет еще выше, то и в кармане у меня прибавится. Но я рад и тому, что получаю, и что способствую поддержанию общественной системы здесь, в Норвегии. Хотя слова господина Гриффитса звучат парадоксально, на самом деле он имеет в виду вот что. Чем больше всяческие социальные услуги будут обеспечены налогами, тем меньше человеку надо будет копить и откладывать на черный день. Значит, он сможет свободнее тратить свои деньги, и в этом смысле у него в кармане прибавится. Любопытно очень. Здесь, например, очень дорогой бензин. Самый дорогой в Европе. Маленькая Норвегия и 5 миллионов ее жителей утопают в нефти. Казалось бы, бензин должен быть самым дешевым вообще, но дешевле воды. Так нет же, бензин самый дорогой в Европе. Почему? Да потому что 90% стоимости 1 литра бензина уходит в знаменитый нефтяной фонд и используется на нужды Норвегии. Есть одна тонкость, однако. На самом деле для норвежца это самый дешевый бензин, какой только может быть. Норвежец получает такую зарплату, что по отношению к стоимости бензина он, можно сказать, король. Три месяца назад я купил еще один катер. Катер побольше. Еще больше? Да, 20 метров. Но он не рыбацкий. Он был президентским судном в ЮАР раньше. Неужели? Да, его построили для де Клерка. Построили для президента в 1991 году. Должно быть, это очень хороший катер. Да, это яхта. Да-да. На ней мне разрешено возить 30 туристов. Мы организуем сафари, морское сафари с орлами. Сафари с орлами? Да, и сафари полуночного солнца. Руди, сотоварищи, ловят не только треску. Они ловят туристов, зарабатывая на этом не меньше, а то и больше, чем на рыбе. Ежегодно в апреле здесь, в деревне Хениксвер, проводится чемпионат мира по ловле трески. Фанаты ловят рыбу, а местные ловят фанатов, что весьма прибыльно. И в основе всего
и в который раз Ее Величество Треска. Это место, где мы сохраняем историю, потому что она уже ушла. Исчезли приспособления, люди их уничтожали. Нам удалось кое-что купить. Здесь также много подарков. Поначалу люди над нами смеялись. Им казалось, что это глупо, но теперь людям нравится эта затея. Это же история Лафатена и Хеннингсвера. Теперь, когда у них есть что-то для меня, они сами звонят. И иногда что-то дарят. У нас также бывают школьники, и у них здесь бывает небольшое соревнование по школьной теме о рыбе. А еще мы здесь обучаем людей, как самим производить икру. Это икра трески. Икра трески? Да. Это икра трески? Да, это лучшая икра в мире. Ну уж нет. Мы коптим ее примерно 36 часов. И она готова. Здесь только сахар и соль, больше ничего. И вы можете держать ее в морозильнике 2 года, и она ничуть не испортится. Мы сейчас возьмем нож и надрежем ее здесь. И едим ее так. Возьмем ложку икры, немного сметаны, и в конце вы кладете сверху немного лука. Угощайтесь. Да, большое спасибо. Вот, возьмите. Вкусно? Вкусно. Садитесь. Я работаю по вахтовому методу. 2 недели с командой на шельфе, потом 4 недели отпуска. Наш контракт закончился. Надеемся в будущем использовать судно по назначению для добычи нефти. Надеемся на новый контракт. А пока пытаемся поддерживать все в рабочем состоянии после работы на шельфе. Но здесь работать очень приятно. Здесь хорошо, да. Открытое пространство. Да и погода сегодня отличная. Да, но бывает по-разному. На шельфе, например, самая большая волна, которую мы видели, была около 24 метров высотой. Ну да, покачивает. 24 метра? Ну еще бы не качало. Конечно, такое не каждый день случается. Обычно волны не выше 6 метров, и уже в таких случаях люди идут к медсестре за средством от укачивания. Ну, конечно. Но вообще, норвежцы очень выносливые. Можно сказать, их закалил климат. А ваши дети работают в нефтегазовой промышленности? Нет. Вообще-то, когда мой сын был еще студентом, я взял его с собой поработать на шельфе. Он поехал на шельф работать маляром в моей команде. Увидел, как живется на шельфе, и предпочел работу на суше. Многие из моих знакомых пробовали заниматься шельфовой добычей, но это не устраивало членов их семей. Если в семье все нормально, то и работа идет на лад. Но на этой работе хорошо платят. Да, но люди видят, что цены на нефть падают, и больше не хотят получать образование в этой области. Неужели? Им хочется работать в других сферах. Я думаю, из-за цен на нефть мы теряем целое поколение. А это что? Не избаловали ли мы норвежцев? Это хороший вопрос. Это один из известнейших норвежских карикатуристов. Понятно. А это один из его самых известных рисунков. Это толстый норвежец. Он слегка расслабился, его многое раздражает, и он говорит: «Теперь я так объелся, что начну раздражаться всерьез». Тут, конечно, нарисована нефтяная скважина. Да, да. Рисунок сделан 20 лет назад, но уже тогда это богатство влияло на трудовую этику и трудовую мораль страны. Одно из последствий этого влияния, которое вы можете заметить, когда путешествуете по Норвегии, останавливаетесь в отелях, ужинаете в ресторанах и так далее, в них работают в основном шведы. Да, я знаю. Во многих регионах норвежская молодежь не особо стремится в эту сферу, в сферу услуг. Они хотят найти работу получше, хотят найти что-то на ступень выше. У шведов другая ситуация. Примерно как если бы у Норвегии не было нефти.
Норвежцам пришлось бы трудоустраиваться где-то еще. Вот шведы и приезжают на работу, которой мы не хотим заниматься, потому что считаем ее второсортной. Теперь очередь шведов работать на нас. Это уж точно. Несколько лет назад я слышал разговор молодежи в ресторане. Мол, стоит ли вообще работать? Ведь деньги ты получаешь те же, работаешь ты или сидишь дома. И, конечно, очень просто заниматься политикой, когда вы круче всех, когда у вас много денег, и вы раздаете их налево-направо. Однако вам следовало бы подумать и о будущем. Я читал, что среди безработных на сегодняшний день в Норвегии треть – это те, кто просто не хочет работать, потому что пособие по безработице такое же высокое, как и зарплаты, которые бы они получали, если бы работали. То есть вы создаете класс паразитов. Видите ли, по мере того, как люди богатеют, им хочется работать все меньше. Я совершенно не согласен с тем, что люди обленились. По-моему, здесь очень много людей с хорошим образованием, и они много работают. Я думаю, норвежцы очень трудолюбивый народ. Пока вот так будешь дергать, рука отсыхает. Нет рыбы. Ну что ж. Еду получает тот, кто что-то поймал. Эту рыбу я возьму домой. Вот таким образом я ее разрезаю. Берете рыбу вот так. А потом отрезаете голову. Это очень ценная часть рыбы. Это язык. Обычно дети вырезают языки, мы их жарим и едим. А еще мы любим вот эту часть. Щеки вокруг глаз. Рыбьи щечки очень вкусные. А это печень. Вы ее едите? Я точно не ем. А мне нравится. А вам нравится? Скажите, пожалуйста, вы любите рыбу? Потому что мир делится на тех, кто любит рыбу и не любит рыбу. Вот я из тех, кто не любит рыбу. Но выясняется, что и она меня не любит. Потому что мы вчера с рыбаком местным норвежским, ну, он похож на рыбу сам вообще чуть-чуть, потому что они все тут в рыбе с утра до вечера. Но одним словом, мы поплыли с ним на его лодке, чтобы поймать треску. Он поймал вот такую здоровенную треску совершенно, а я нет. Почему? Потому что треска меня тоже не любит. Нет взаимности, понимаете? Ну ничего, это можно как-то пережить. Я так висеть не хотел бы. А вы? Вас устраивает то, как сейчас обстоят дела в Норвегии? Да. Сейчас у нас хорошие времена, но это из-за нефти. Однако я думаю, что политики недостаточно думают о временах, когда... О будущем. Да, и больше всего меня пугает то, что они начинают добывать нефть здесь, на севере. Господин Мензен беспокоится не просто так. Даже самые совершенные системы безопасности не могут гарантировать полное отсутствие аварий. Это очень важный эпизод в истории норвежской нефтедобычи. Потому что это был первый и до сих пор единственный случай неконтролируемого выброса нефти. Это «Браво», одна из платформ на месторождении «Экофиск». В 1977 году произошел выброс нефти, бесконтрольный. Он длился больше недели. Но что, собственно, произошло? Что? Сломался клапан, который контролировал давление. Ага, и нефть просто хлынула. Бесконтрольно. Из-за колоссального давления образовался столб нефти и газа высотой 60 метров. Нефть растекается по поверхности моря, и подсчеты показывают, что каждые сутки выбрасывается примерно 4000 тонн нефти. Страны, расположенные вокруг Северного моря, готовятся к экологической катастрофе. На все вопросы представитель уже ответил. В сложившейся ситуации мы не хотим давать более подробную информацию. Ну да, лучше не отвечать.
А то придется признаться в том, что норвежская нефтяная сказка, как ее называли, становится реальным кошмаром, что число несчастных случаев в этой индустрии в 10 раз больше, чем среди работающих на Земле, что за первые 7 лет с начала разработки морских нефтяных месторождений погибло около 100 человек. Что касается случая с платформой «Браво», то тогда, считай, повезло. Погода была благоприятной, не произошло возгорания нефти, никто не пострадал. Словом, не было катастрофы, но эта авария не была последней. Эти экспонаты рассказывают о самом страшном. Эта трагедия, несомненно, беспрецедентная, самая ужасная из всех, которые с нами случались. 27 марта 1980 года произошло событие, которое потрясло всю нацию. На плавучей платформе «Александр Хьеллен» по причине сильной изношенности конструкции треснула одна из стоек несущей опоры. Оставшиеся опоры не смогли удержать вес платформы. Она получила сильный боковой крен. Проводится крупномасштабная спасательная операция. На платформе находились 212 человек. В операции участвуют 19 вертолетов, 7 самолетов, 71 гражданское судно и 9 судов морского флота. Они принадлежат разным странам, расположенным вокруг Северного моря. К завершению спасательной операции 123 человека были найдены мертвыми. Десятки человек считаются пропавшими без вести. Либо их унесло в море, либо они оказались запертыми на платформе.